Добрый день! Сегодня в своем видео я хотела рассказать и показать вот такой вот дом Малибу, который мы купили своим детям для того, чтобы они игрались с куклами. Этот дом достаточно высокий, объемный. У него уже в комплект входит мебель, даже лифт есть. Ну, когда соберем, покажем вариант этого дома. То есть он и с болтами, и с шурупами. То есть достаточно серьезный дом, который нужно тоже потрудиться, чтобы его собрать. Вот мы открыли уже коробку, начали ее распаковывать. Вот он пришел в такой коробке, этот дом большой, даже вот пенопласт есть. Все аккуратненько запаковано, разложено по отсекам, по своим. Вот даже части дома уже какие-то просматриваются. Также есть, содержится инструкция, как собирать этот дом. То есть вот такие схемы, планы показаны. И упаковочка с болтами также имеется вот в этом доме. Вот такая вот упаковочка, все подписано. Каждый болтик, каждый винтик, размеры его. Ну, то есть все есть. Вот мы собрали дом. Собирается он, ну, в течение часа где-то можно собрать, медленно, не спеша, не торопясь. Вот он весь прикрученный. Если заглянуть на самый верхний этаж, то мы видим все обои, которые в нем, они все нарисованы. Только здесь находится у нас одна кровать, которая тоже скручивается с помощью болтов. И вот такое вот зеркало на стоечке. А также у нас вот такой вот балкончик и импровизированный цветочек. На втором этаже данного дома у нас идет, посмотрите, какая красивая лестница, она привинчивается, то есть она не падает, ничего, она очень прочная. Также обои на заднем плане, телевизор, то есть с изображением гостиной, там много иллюминаций, много рисунков. В комплект входит только вот такой вот кресло-кровать, также вот такая вот диванчик такой вот и лампа. Вот. И самый-самый-самый нижний этаж у нас получается кухня идет, в которой тоже два гарнитура. Идет вот кухонный стол с мойкой, тумбочка, а также идет вот такой вот стульчик. И все остальное нарисовано. И рядом у нас ванна. Получается, сама ванна, она вот такая вот большая, мощная. Все сделано из дерева. И унитаз вот такой вот со съемной крышкой импровизирован. Тоже все остальное, все полностью идет нарисовано у нас. Еще маленькая особенность в этом доме — это наличие вот такого вот лифта. То есть он крепится специальному механизму и вот так вот осуществляется подъем. Он фиксируется, не падает, но пока дом новый, наверное, поэтому все прекрасно. Здесь ничего не открывается, куклы, все вставляется с задней стороны этого лифта. Вот, в принципе, весь дом. Он очень объемный, места много занимает, но по содержимому мебели здесь скромненько. То есть мебель можно какую-то деревянную, которая продается поштучно, еще что-то докупать. Потому что, как вы видите, ее немного. Вот что я хотела вам рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.